Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня будет видео об идеях подарков. Как вы помните, я снимала уже видео идеи подарков вообще, и мне это понравилось очень. Я вам говорила, что я еще закажу в этом интернет-магазине кое-что. И вот идеи подарков, которые можно подарить. И на самом деле я вам скажу, что это действительно круто, потому что сегодня я показала по скайпу своей подружке то, что я купила, и она говорит: «Вау, какие классные!» И я сразу говорю: «Я тебе хочешь подарю вот это, вот это». Она очень обрадовалась. Так что, а главное, недорого. Здесь, смотрите, вот в такой упаковочке все. Что там классно? Ладно, сейчас сначала вам покажу. Я купила два комплекта. Нет, давайте я начну вам с самого крутого, короче, что я там купила, из-за чего я вообще сделала заказ. Но потом не удержалась и купила бижутерию. В общем, это вот, девочки. Та-да-да-да! Ты такие миленькие трусики домашние. Такие котята. И когда я показала своей подружке, говорю: «Ой, смотри, какие, смотри, что я купила». И такая: «Тын-тын-тын». Она такая: «Боже, какая милота!» Я говорю: «Хочешь, тебе задарю?» Хотела синенький задарить. Она говорит: «Я тоже розовый люблю». Она не знает, но я ей отправлю розовенький. В общем, еще насобираю сейчас что-нибудь ей в подарок, отправлю ей большую посылку. Но вот эти трусики, они классные. Значит, смотрите, что вообще они идут размер в размер. Я заказала себе эски. Но после родов я же поправилась, и все, никак не могу привыкнуть, что попа у меня чуть побольше сейчас. И они мне прям впритык, знаете, так сидят, как следует. Вот даже если растягиваешь, видите, не меняется киска. Киска. Ну, нормально, как бы она, качественный рисунок. Они, конечно же, никакие не хлопковые, ничего, это синтетика, да, синтетика. Они такие, знаете, какой-то непонятная такая ткань, здесь просто она написана на иероглифах. Поэтому мы не найдем. Здесь 86 чего-то, 14% чего-то. А на другом написано 61% чего-то, 39% чего-то. Короче, непонятно, но это синтетика, она такая мягенькая. Ну, вот этот рисунок меня просто покорил. Домашние трусики. Я вот, ну, таких дома люблю ходить. Розовая милота. А-ла-ла-ла-ла-ла, я их заказала, я их заказала. Вот отличный подарок есть у меня уже подружки. Ну и также я не удержалась, естественно, я заказала там комплекты, один из которых я буду разыгрывать сегодня. Значит, смотрите, первый комплект у нас идет вот такой вот, вот с такими сережками и вот таким колье. Я люблю вот такие, честно говоря, комплекты, ну такие сережки, они смотрятся очень хорошо. Я люблю, когда много-много камушков, и если вы, я сейчас примерю. Если вы куда-нибудь, допустим, собираетесь, да, вот под платье, вот что-то, это очень, ну, как бы не вульгарно будет смотреться, да, вот такие вот сережки. И очень стильно, очень так дорого будет смотреться. В общем, вот такие сережки, смотрите, как они шикарно смотрятся. Очень красиво. То есть они не бросаются, они не вульгарные, при этом много камушков, они блестят. И вот непонятно вообще, что это, да? Может, это белое золото и бриллианты. В общем, вот такие вот сережки и вот такой же комплект. Они идут наборчиком. Такой комплект. С цепочкой такой хороший. В общем, вот так вот она смотрится. Ой, надо поправить штучки. Вот. Красивый такой. Богатый. В общем, вот так вот. Вот такой вот комплект. Мне кажется, в новогодний, то есть себе можно взять на Новый год как раз-таки, да, под какое-то платье. Либо подарить кому-то, я думаю, подружкам будет хорошо. Но, кстати, вот этот комплект пойдет одной из моих подруг. Я даже знаю, кому. А второй комплект я буду разыгрывать. Сейчас покажу, какой. Там у нас идет уже три. Это вообще универсальный комплект. Я такой обожаю, потому что... Я люблю то, что можно носить под все. Я себе совсем недавно купила сережки, не удержалась, да, которые, ну, под все. Вот такие вот гвоздики. Ну, с таким нормальным камушком. Достаточно. Я не буду мерить, чтобы они были запакованы. Ну, покажу вам. Ну, то есть вот
Вот такие камушки. То есть такие камушки можно носить под все, понимаете? Под спортивный костюм, под платье. То есть это будет очень аккуратно, изысканно, элегантно. Также здесь идет колье, да, то есть оно с цепочкой идет. И вот такие вот, как отсвечивают, ну, стройными рядами идут камушки тоже. Это вот сюда. И также сюда идет колечко. Колечко тоже очень классное. Размер небольшой, 16,5. Вот мне оно, у меня пальчики тоненькие. Мне оно идеально просто садится на средний палец. Средний палец. Вот. И вот так круто смотрится. Смотрите, даже не отличить с моими бриллиантами. Да? Вот. В общем, вот такой комплект из трех штучек, из трех составляющих я буду разыгрывать. И что нужно, чтобы получить такой комплект? Вам просто нужно поставить лайк этому видео. Естественно, быть моим подписчиком, потому что конкурс для подписчиков. Сделать репост этого видео в одной из своих соцсетей и написать под видео, что вы участвуете, вместе с ссылкой на ваш репост. Все, все очень просто. Я еще подробности оставлю под видео. И кто хочет получить вот такой прекрасный комплект, такой вот прекрасный комплект себе на Новый год, то, пожалуйста, выполните все условия под видео, и случайным образом я выберу одного счастливчика. Посмотрим, кто это будет на Новый год. Ну, а те, кто не верит в удачу, или просто не любит участвовать в конкурсах, или просто понравились что-то другое, понравилось другой какой-то комплект, или хочет посмотреть, что же там еще есть на этом сайте, то ссылочку на этот сайт я оставлю внизу. Вы просто с ума сойдете от какого выбора, там просто столько-столько всего есть, и у меня еще один комплект есть, бабочки, я показывала его, и ссылку тоже я внизу оставлю на то видео, где я показывала другие покупки с этого сайта. И самое интересное, что при покупке от 1000 рублей, 999 рублей, по-моему, или 990, вы получаете вот такие часики. И у меня уже двое таких часиков. И одни из таких часиков я тоже подарю одной из своих подруг. Так что без подарков никто не останется в этом новом году. Часики тоже очень прикольненькие, красивые, сирененькие. Смотрите, они прям под мои волосы. Ну что, дорогие мои, желаю вам хорошего Нового года, хороших подарков. И надеюсь, вы вот на этом сайте, так же, как и я, найдете себе что-то интересное. Но трусики это просто бомбические. Ну, я не знаю, мне кажется, никто равнодушным не может быть с таким. Никто. Ну, кто равнодушен? Ну, кто? Вот ставьте лайк, кому понравились эти трусики. И они недорогие, самые интересные. Та-та-та-ра. Я такая счастливая, на самом деле, что они пришли ко мне. В общем, все ссылки я оставляю внизу. Хорошего вам похода по магазину, интернет-магазину. И мы с вами увидимся в следующем видео. Лайки, подписка, участвуем в конкурсе. Длиться будет одну неделю. Через неделю я скажу победителя. И как раз-таки к Новому году придет подарок. А также совет. Екатерина, одна из моих подписчиц, всем рекомендует, что если вдруг у вас просрочились тени какие-нибудь, то можно их высыпать в лак для ногтей. Перемешать и красить. По-моему, интересная идея. Я так обязательно попробую. Хотя мне кажется, что у теней срока годности нет. Кто об этом знает? На тенях вообще срока годности, на многих нету. И как понять, просрочились они или нет? И сколько вообще у теней срок годности? В общем, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.